нет, течение течение. Понесло. Вначале мою семерку понесло течение. Я на месте стоял, течение на понесло. Месте стоял, да. Я пытался развернуться, и туда меня трижды крутнуло на месте. И потащило сюда. Но я к нему прижался. У меня к нему водителю претензий нет, как это было. Ну а потом, соответственно, пошел РАФ и КАМАЗ уже зажали меня на семерку. На тормозах, есть, течение, да, на тормозах стояли, вот как стояли, и все, волной стянуло. Волной течение несет, и все. Водителю семерки, зажатой аварийкой «Газелью», пришлось эвакуироваться через оконное стекло автомобиля. Другого выхода просто не было. Эти пять столкнувшихся машин отнюдь не единственная дорожная авария, вызванная разливом. В нескольких метрах от нее стукнулись два «Жигуленка», чуть поодаль «Волга» и «Лада». Те машины, диаметр колес которых побольше, еще как-то прорывались сквозь снежно-ледовый поток. У легковушек же намертво сковывало колодки, так что сдвинуть их с места не удавалось даже с помощью трактора. Разлив воды стал настоящим бедствием. На место немедленно были брошены все силы горводоканала. Но определить, где именно порвало и что нужно перекрывать, удалось не сразу. А потому стали перекрывать все и подряд. И холодную воду, и горячую, и отопление. Словно батраки на мельнице рабочие крутили вентили и 300-миллиметровые трубы, и 600, и тыщевки, как на профессиональном сленге зовется водовод диаметром в метр. Разлив полностью парализовал движение общественного транспорта, и если некоторым двухвагонным карусам, когда своими силами, когда с помощью аварийки еще удавалось прорываться, то трамваи на участке между Визовским кольцом и Волгоградской встали намертво. Позже их пришлось поднимать кранами, чтобы избавить от льда колесные пары. Рельсы же очищались до самого вечера. Изменились и автобусные маршруты. Полностью перекрыть воду и начать откапывать место порыва удалось лишь к началу 11-го. Судя по величине водопроводной трубы, эта транзитная ветка шла к ТЭЦ, расположенной на Гурзовской, в народе прозванной крейсером «Авророй». Как сказался перебой с водой на отоплении горожан и водоснабжение, нам неизвестно. Но можно предположить, что не в лучшую сторону. С уверенностью же можно сказать, что сегодняшняя авария стала настоящей трагедией для живущих в частном секторе. В десятках домов затопило подвалы с продуктовыми запасами и вещами. Кто и как будет компенсировать им ущерб, коммунальщики затрудняются ответить.